начинаем с завтрака. Доброе утро. Доброе утро! Привет! Доброе утро! Мы это сделали, пережили 8 марта! Ура! 9 марта! Кто пережил 8 марта, значит, остальное не страшно. Это точно. Так, на завтрак у нас сегодня будут мюсли, Афанасий кашу, а остальные омлет. А вот готовится. Так, что, вы уже позавтракали? А. Придумай мне канал. Какой? Потому что тебе еще не надо, ты еще маленький. Так, в общем, будем завтракать. Гриш, подай мне ложечку, пожалуйста. Я буду мюсли. Какой тебе канал? А вот есть. Ну, давай, спасибо. Чтоб ты там был нарисован? Да. Не знаю, надо придумать, да? Сейчас пряники завезем для торта. Вот. И поедем в Икею. Мне так хотелось в Горячий ключ, но погода, конечно, сейчас не для прогулок в горах. Поэтому будут другие мечты сбываться. Ну да, но я тоже хотел на Горячий ключ. Да? И я так хотел. Горячий ключ, ты знаешь, это не горячий источник. Сейчас будем заправляться. Не больше, там один. Что там у нас с ценами на заправку? Там будут уколчик делать, мне уже вырвали зуб. Что у нас на заправку с ценами? Не знаю, видно вам или нет. 95-42-40. 92-39-20. И 39,70, какой-то там еще 92. Мам, а нельзя таблетку? Можно. И на Красную площадь. В открытии уже было, да, уже 23 минуты она открыта. Но мы сегодня не на Красную площадь. Мы сегодня дальше пойдем. Да, из нашего окна. Площадь Красная видна. Да. Ой, тут карусельки мы какие. Мы зайдем, вот мы в ее, там, вот там пусто и темно. Большое здесь военное училище. Или, ну да, училище здесь. Или это просто часть военного? Училище. А вон написано имя. Краснодарское высшее авиационное училище летчиков. А, Серова, да? Да. Да, вот какой большой самолет. Да. А. Стоят. Свернули. Увидели какое-то прикольное дерево. С мусорки, что ли? Подожди, вывешивали? Ну да. Это глядите, колючая. Да? Ну, короче, это да, какие-то все мусорные. Подожди, сейчас я сфоткаю. Мы пришли в Икею. В Мегу уже приехали. Оставили все вещи в гардеробе. Сейчас смотрим. Что тут? Тут такие клевые стаканы, я их обожаю. Они такие большие, вообще классные. Прогуляться и что-то купить, наверное. Сейчас посмотрим. А тут есть что-то кушать? И кушать потом пойдем. Да. И что это? Трубочки. Трубочки? Одни, одни. Больше ничего не бери. Одних нам хватает. Покупка есть. Да, трубочки. А тут смотрите, какие цвета. Ну, это синий, белый, розовый и голубой. Да. Да. Возьмем трубочки обязательно. Идем в Икею, заходим в этот музей красоты. Ну, сейчас расслабься, Гриш. Ты замерз? Что тут еще такого красивого? А, мам, такая же вы там бляем. Ой, какой поднос клевый. Вообще. Мама. Тебе нравится, Афонь? Пошли. Пошли, поехали дальше. А. Ой, на балкончике на каком-нибудь, да? Сидеть? Да нет, у нас это, где у нас стол стоит. А-а-а. Прикрутили тарелки, чтобы никто их не унес, да? А, я придумал.
Алло, кто это? Какой клевый стульчик вообще, глянь какой. Тебе нравится? Тебе такой надо на день рождения, да? Бля, какой классный, да? Давайте тарелочки. А сколько? 3000, да? Взрослый день. Ну вот этот мне вообще нравится. Я фоне такой сел на него, знаешь? Пошли, сына. Это еще классный столик, который раскладывается. Мне он нравится, кстати. А, я даже уже и понял. Ты туда его задвигаешь? Эту ножку ты туда его задвигаешь? Угу. Ну он мне нравится, слушай. Здесь еще полочка выдвигается. Вообще классный столик вот этот. А это похоже имам на наш. А вот этот же как у нас. Ну что, он 600 рублей. Надо, по-моему, тот обновить уже. Тот выкинуть и новый взять. Ну вот он 600 рублей сейчас стол, по-моему. Ну да, на складах будут, надо взять. Столик здоровский. Ага. А. Термомозаика. Ну, Газай, у нас детальки есть. Нам надо сами эти квадратики, да, купить? А. Ты на ноутбуке? Здорово. Папа, термомозаика. Все, пошлите дальше. Ага. Что? Краски, да. Что тут, гля, какая посудка красивая детская. Прям настоящая. Волк, да. Афоня, ты где? А? А, игра? Здесь она вся склеена, да? Ну, чтобы конечно, никто ничего не утянул. Икея в России. Все приклеено, все прибито. Все, Женечка. Вот это, конечно... Впереди самая интересная часть для меня. Это детский отдел. Которая называется «Остановите». Вите надо выйти. Остановите, остановите. Нет, даже детский для меня интереснее. Мне вот это всегда нравилось, вот такая штука. Такое кресло. Такие копилки интересные, поросята. Я сначала не поняла, что это, но копилка, а внизу здесь открывается. А. Тебе нужно вот эту игрушку? Нет, нам не нужно. Пошли посмотрим, что тут еще есть интересного. Нет, не надо брать. Какие дороги, иди посмотрим. Глянь, какие интересные, да? Да, человек. Куча-куча мягких игрушек. Мам, американский футбол. Лёва. Мама, американский. Да. Мам, мяч? Футбол играть? Да. Ой, боже мой, Гриша, давай твоему другу купим вот такого друга. Папа, джингарик. Эти жилеты продаются в Икее, которые вот такие вот светоотражающие. А, не буду, туда иди папе туда дай. Я вот смотрю, здесь даже размеры просто есть. Не, ну М-ка явно побольше, чем... Да, М самая большая. И дальше XS. Тебе не нравится? Просто сейчас как мы их будем? Ну как, вот мы сразу оплатим. Подожди, а возьми вот эти трубочки, они лучше гнутся. Вот эти не гнутся, я их выложу. А вот эти гнутся, ну, лучше. Эти будут... А зачем? Они не нужны. А куда я их? Просто сюда положи и все. А вот эти лучше. Но они же гнутся, эти даже лучше трубочки. Мороженое из них. Можно, как будут наши ягодки вырастут, хорошо? Кухня, кухня, кухня. Сотейник, сотейник, сотейник. Такая хорошая кастрюлька. Очень тяжелая, прям очень. Такая наша тема. Ты помнишь такая, которая за стол зацепляется, вот как у Женьки? И она, чтобы не двигалась, да? Сколько же она стоит? Не знаю.
Доска 1000 рублей, да? Где? Ну, кто-то на этом написал, по-моему. А здесь нету этих пипикола? Мне кажется, большевато. Куда мы ее будем прятать? А. Угу. Тарелочки не будем брать, сынуль. На следующее 8 марта уже набор тарелок. Да, пап? На следующее 8 марта уже набор тарелок. Да, тут все искусственные цветы. Ага. Свечки. Но мы как-то не особо любители. Да, не особые любители свечей. Хотя в Икее тут все ими прям пропахло. Искусственные цветы. Искусственные цветы. Да нет, не хочу. Орхидеи искусственные. Ой, какие красивые тюльпаны, да? Вот это да. Пахнут? Да. Это настоящие. Да. Пойдемте. Да? Они вот так вот к стенке, видишь? Ага. И сюда вешаешь. А одежду? Ну, не одежду, скорее всего, там полотенца, они пластмассовые. Да? Да. Я думаю, на них не написано же, что это крючки. Только время. Почему? Время? Вот крючок. Нет, ну на самих них, в смысле, в куколки играть же. Клево. Ну да, какая разница. Ну, у них же раньше были хвосты для собак такие вешалки. Да, тут все написано. Пойдем, сына, пойдем. Не надо, пойдем. Пошли за папой. Дриэль. Пойдем, пойдем уже. На склад. Пойдем. Не, у меня такая есть, и мне си там удобнее. Вот этой штукой мне не очень. Едой. По-моему, тут где-то ресторанная кухня, наверное, да, вытяжки сюда? Та-дам. А это что, это не тот столик? Посмотрим столик на замену. А, вот они, да? Давай, смотри. Да ну посади вот туда. Угу. Сейчас, подожди. Слушай, ну гамак у нас есть, а только подставки такой. А сколько же подставка стоит? 5, почти 6. Ну, сама подставка, да? А нам одна нужна ведь это. У нас же можно еще. Папа, смотри! Да я вижу, вижу. Ну что? Что, ты боишься, Афонь? Да нет. Не боишься? Они такие прикольные. Да? Вообще... Ты на море? Они вообще прикольные, мам. Да? Если нам бы такое было. Ну, купим, наверное, уже как потеплеет, приедем, купим вам, да? О, да, только не розы. Ну, я думаю, что это написано новинка, наверное, еще будут и для мальчиков такие. Пошлите. Пойдем, сына. Ну, так пошли, Афанасия же ждем. Теперь все стаканчики замотаем и чайник купили сразу большой на всю нашу семью. Ты вот так один и рядом еще один ставь. Вот так, и один еще один клади. Давай. Тюлени? Да. Точечка. А, камера, да? Да. О, большие киты, смотри. Это касатки, да. А. Ну, пошлите, кто хочет. Вот, смотри, киты. Киты плывут возле нас. Смотри. Касатка.
королевские пингвины, мы только про них смотрели. А, это не королевские, да? Ты с пингвином, видишь? Вы пойдете на батут? Гриш, ты пойдешь? Или пошлите, может, перекусим и потом придем? Ух ты, гля, как это раз. Гриша. Ну, стань возле него, я тебя спасаю. А вон все, он уже уплывает. Пока! Короче, зашли в голый повар. К Джейми Оливеру за стейками. Или что тут еще есть? Не знаю. Я буду гамбургер. Ты будешь гамбургер? Да здесь что только нету. А что это такое, Хэппи Вилс? Ну, Макдональдс. Нет, это не Макдональдс. Супы. А где дитлора? А нет, это пицца. Паста есть, это да, макароны. Вот паста, это макароны. А на обратной стороне есть там что? Есть. Хлеб французский. Бургеры. Yeah. Вот. Голый повар, это что, говядина, да? Ну да, но голый, если, черный, если нарисовано... Нет, голый черный русский. Голый чикен. Голый XXL. X. Большой, наверное. Да. А. Детское меню. А может, Black Angus тебе? Это что такое? Ну, это что-то, это стейк, мраморная говядина. Стейк мясника. Да сейчас почитаем. Голые повара. Где мы сейчас? Находимся в кафе. Это не кафе, это ресторан. А я не знаю. Это же пиноколада, да? С листом. Сейчас. Это же руккола с помидорами и с сыром. Моцарелла. Да. Я думала, это что-то по. Я, в общем-то, ем рукколу. Сижу, мне не понравилось. Мне очень понравилось. Особенно вот этот бальзамический уксус. Но Сержуня сказал, что дома такое не надо готовить. Не надо. Я сказал, если ты такое приготовишь, я нахрен разведусь с тобой. Только из-за этого салата. Они же, ну травы нахерячили, два сырка кинули и помидор затрипанный. А мне, кстати, вот этот соус, мне кажется, все исправляет. А, не, ну майонез можно, извини за выражение, все им намазать, и вкусно будет. Короче, у нас с тобой разные вкусовые предпочтения. А как мы еще женились? Детей карбонара. Но тарелки тут, конечно, такие. Прям убей человека. Очень тяжелые. Вкусная? Так, а дуй, дуй. Щечку сам. Дети уже ждут свои гамбургеры, бедные. Сейчас, наверное, уже и нам, раз этому чуваку принесли рядом, да? Вот сюда. Да. Сейчас вот еще. Ножика. Ты только нож Афанасий, да, убирай. Я сейчас вымнусь. Ага, и, да. Я сейчас порежу и все сделаю. Хорошо. Тут лежат сами перчатки. Ага, черные. Они, конечно, великоваты, наверное, будут. Ну, ничего, мы аккуратненько. Спасибо. Принесли нам гамбургер из голого повара. У меня говяжий. Черные перчатки, картошка фри, это все идет вместе. Для папы точно такой же. А у Афанасия куриный. Картошка фри, соус сырный, соус какой-то другой. Твой тоже сейчас. И у нас, кстати, дополнение было бекон. Да, горчица. Попробуй, попробуй. Может быть, детям, да, они не ложили.
ведерки такие. Да, ведерки очень здорово. Сырный. Сырный лучше, да? Ну сади, жди свой. Лучик сейчас все положит там. Хорошо, что были перчатки. У Антоша хоть теперь чистый будет. Еще б на голову давали, вот так вот. А там вот влажные салфетки еще ждали. Открывай, на, вытирайся. Рот хорошо вытирай. Да, смотри, надорвана даже. Давай я тебе. Внизу, заводчик, внизу. С другой стороны. Вот. Вот так, значит... Ну, в общем, нам очень понравилось. Мы скачали приложение, и можно было еще бесплатно десерт Павлова получить. Но мы уже настолько наели, что... А десерт Павлова – это собака Павлова. Да, это уже в следующий раз. Ну, да, это собака Павлова. Так, собачка моя, иди вот там сядь и посидишь. Сели. Хорошо, что тут диванчики, да. Еще были комнатки такие, вот покушал, раз, так прилег хотя бы на часик. И... Да, вот над ним уже прилегли. Где? Вот. Ну вот наши. Что у нас тут по чеку? Кока-кола. Кока-кола, пика. Типа руккола. Робка. И это кто те вот рядом сидели. Да. Рис с овощами. Карбонара стоит 350, да? 430 это наверное, говяжий, да? Да, бекон. А, ну мы же отдельно бекон. Да. А, вот чикен 370. Ну, бекон, я думаю, может и не надо. Да, но... его там сильно незаметно, да? 370. А карбонара сколько? 350, не, да? В общем-то, вот так вот. Мы... Это с пастой очень. Тебе очень понравилось, да? Нет, не с пастой, да. На. А вот чай мятный, вот это большая. Цезарь с тигровыми креветками. 500 рублей? Да? Ну, на, вот тебе соседний стол. А, это был соседний. Похлебка из трех видов рыб даже была, да? 350. Рис с овощами и кунжутным маслом. Салат с овощами из печени и бальзамический крем. Цезарь с креветками и чай мятный, да? А что он нам ее положил? Просто? Это, наверное, в одной банке было. Это все нам с собой упаковали. Да. Круто. Я как все. И соус, да? И смотрите, у нас... Вот такой горячий. Да, еще и перчатки нам с собой положили. И влажные салфеты. В общем, мы рады. Пошлите. Да пошли, что ты его себе. Столько народу вообще. Вроде, когда мы приехали, столько не было, да? Ну да, рано приехала. Так, все, пошлите. Так, все, мы спускаемся. Так, вон банкомат, да? Два катакомбы, да, нарыли? Реконструкция. Тут же меняют явно все эти. Квартальчик, я не дотяну туда. Нормально все. Хорошо. В гостях. Не, ну а ты чай, что, не будешь пить ни кофе, какая ни чай? Какая тут красота. О, чайку, наверное, попью. Есть, Олесь, сделай, Сережа, тогда чай. Не, ну хоть чуть-чуть. Хоба. Больше было. Не, не продали. Вот это. Тогда сходи, вот за что, пора. Вот это, наверное. Ты что, ты уже открыл вино нам? Да. Вилкой? Ну, продавил туда. Что у нас в гостях? Блогеры на связи. Ой, я тоже в гостях. Вас. Понимаю гостей, ребят. Так это три дня мужики должны отходить теперь. 9, 10, 11. Куда наливать вино? Так, сейчас я... Сейчас. Так что? Ну, во-вторых, два третьих. Я говорю. И одно первое. Хорош. Ой, какой ты. Еще одного первого не хватает. Молодец. Надо, наверное, половина, потому что не пропитается. Ну, хорошо, вам же фильтр нужен пропитаться сюда. Вообще все лидит. Вера, можешь снять и эту. Да, красота вот эта. Да, да. Да хочешь в этой? Так, мы уже все дома. Только соус доставайте, дети. Тут уже все пооткрывали. Бумажка. Антоха даже одел перчатки. В бумажечку надо убрать, сынуль. Понимаешь, так уже вазу новую раскрыли. Мы ее купили еще одну. Такая есть, очень удобно. Но Антон Сергеевича попроси, тебе поможет. Старт, да. Стол же в Икее купили. Еще такой же, просто он внутри пустой, как мы уже знаем. Старый выкинем, а этот новый будет. Только его нельзя разбивать, да, сынок? Да. А почему? Когда там
Угу. Это можно так делать? Нет. Так будет некрасиво, да? Почти такой же, только покрасивее. Так, сейчас будем смотреть покупки. Стаканчики. Я себе одну вот такую вот чашечку купила. Очень она мне нравится по форме. И потому что прозрачная. И вот такие вот клевые стаканы. Они прям очень такие массивные, прям чувствуются в руке. Икеевские, в общем, здоровские стаканы. Это Гриш себе для поделок. Нужно цветные салфетки, там их куча, прям разных цветов. Досточку себе прям поменять. Несколько досточек купили, вот такую вот пластиковую. Вот еще деревянные досточки. Тоже такие прям массивные. А старые оставим просто так мясо разделывать, и теперь на этих будем готовить. Что еще? Тапки новые взамен. Зеленые уже были, красные. Ой, так, чек прям, я не знаю. Два дерева сгубили. 2 метра, да. Бумаги. Так, это на выброс. Что еще? Еще зеленые салфетки Григорию. Да, так. А вот еще бокальчик, сейчас открою его. Вот по типу вот таких вот стаканов. И вот такие вот бокалы купили. Тоже очень интересные. Мне нравятся. 4 таких и 4 таких. Одну чашечку купили. Вот моя мечта для капкейков. Обожаю эту форму. Прям давно уже на нее смотрела, но как-то все время жаба душила деньги тратить на нее. Но все-таки теперь она у меня есть. Будем печь капкейки. Кексики, в общем, все, что сюда можно засунуть. Полотенца, куда без них. Упаковка вешалок. Сейчас начнем по порядку. Так, еще одни салфетки голубые. Вот такую стучалку для Афанасия. Гриша в свое время просто достучал до дыр. Она у нас просто стерлась, да? Я помню, что молоток потерялся, был под клеткой у кроликов когда-то, когда Гриша был маленький. Вот еще раз взяли. Чеснокодавку родни попробовала. Оказалось, что она очень и очень удобная. А у нас еще от старых хозяев этого дома чеснокодавка, так что ее тоже на замену. В общем, ей на замену старенькая придет. Вот такая вот новая, очень удобная. Перечница. Что самое лучшее? Что? Не молоко и творог. Это из Икеи, я надеюсь? Это типа, знаешь, ПП? Вообще... ПП? Это шоковая покупка. Да. Так, в общем, перечницу купили. Не знаю, насколько она нужна, но надеюсь, что нужна. Трубочки. Фоня уже давно просил, да, сынок? Угу. Иди туда, клади. Себе вот цветы поливать, вот такую штуку. Надеюсь, что нужна. Вот такой вот вспениватель молока. Еще вешалки купили. Детские, взрослые. И еще вот такую вот штуку. Не знаю, насколько она пригодится для кейк-попсов. Что-то тут про нее даже написано. В общем, всякие шарики формировать. Даже к нему палочки даются. Так что попробуем приготовить. Главная покупка – это синяя сумка. Каждый раз ездим в Икею, каждый раз покупаем сумку.